Каждую каплю скажу, как я люблю.
крутится, крутится, миг приближая нас. Сбудется, сбудется, сбудется наша мечта сейчас. Ты на знакомую улицу выйдешь который раз. Я подарю тебе этот безудержный вальс. Этот вальс – признание в любви. Этот вальс – поток вдохновения. Этот вальс – он неутомим. Этот вальс – мечты мгновенья. Он летит до самой звезды. Извини, легко и упрямо. Этот вальс и эти цветы для тебя, любимая мама. Снова кружит листопад. Снова кружит листопад, милая мама. Я подарю тебе вальс поздних цветов. Скоро согреет меня нежным теплом. Крутится, крутится, крутится мир, приближая нас. Сбудется, сбудется, сбудется наша мечта сейчас. Ты на знакомую улицу выйдешь который раз. И я подарю тебе этот безудержный вальс. И на знакомую улицу выйдешь который раз. Этот вальс – признание в любви. Этот вальс – поток вдохновения. Этот вальс – он неутомим. Этот вальс – мечты мгновенья. Он летит до самой звезды. Извини, легко и упрямо. Этот вальс и эти цветы для тебя, любимая мама. Этот вальс и эти цветы для тебя, любимая мама.
Педагогам могли бы нам всегда вас удивлять.
Сегодня у нас волнительный день. Сегодня настал час расставания. Весь коллектив и наши гости, приглашенные, поздравляют вас с выпускным. Смотрю на вас, дорогие дети, какие вы были маленькие, и как вы быстро подросли, как быстро эти годы прошли. И ваши воспитатели для вас стали второй матерью. А наш детский сад стал для вас вторым домом. Правда, дети? Да! Жалко очень оставаться с вами. Вы такие умные у нас, вы такие прекрасные, вы танцоры, вы поэты. Даже ваши родители сегодня показали, какой у них талант. Похлопали вашим родителям? Вы тоже прекрасно, вы чудо. Мы сегодня с вами расстаемся, но мы останемся всегда друзьями. И если вдруг вам загрустится, я вас приглашаю в гости к нам. Я хочу дать вам совет. Прекрасный совет, хороший совет. Чтобы вы выбрали правильную дорогу, чтобы вы стали людьми хорошими. Чтобы вы, как и мы, чтобы ваши учителя, как и мы, полюбили вас. И я надеюсь, что они полюбят, потому что вы прекрасны. Я желаю вам, чтобы вы все, всех целей добивались. А также, чтобы ваши все мечты сбывались. Вы учитесь и старайтесь. Чтобы все у вас получилось. А мы будем рады, когда вы нам покажете хорошие результаты. Мы любим вас. Ценим вас и всегда будем с вами. Ждем вас в гости. В добрый час, ребята. Вас такие же руки примут в школе, как когда приняли вас ваши воспитатели. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо. Дорогие дети, вы сегодня являетесь виновниками и одновременно нашим украшением. Вам сегодня хочу сказать, что вы были неотразимы, умны и красивы. Но то, что видели мы сегодня, это можно умножить. И вам дана возможность пойти в школу, чтобы поработать в своей душе. И поверьте, знания, которые вы получили, они вам послужат во многом доброму, хорошему. Но главное, это то, насколько будете себя вести хорошо. Человека могут встретить, как он одет, могут удивиться тому, сколько он знает, но до конца сложат о нем мнение, если увидят, что он очень добр к людям, если он имеет в своем сердце любовь, если он способен уступать, прощать. И поверьте, что это очень много. Я также вам желаю веры, что вы всегда видели небеса, и что всегда в вашем сердце умножалась вера. Не торопитесь вырасти. Бог вам даст ту мудрость для того времени, в котором вы будете жить. Только внимайте тем людям, которые будут с вами. Это родители и учителя. Вам же воспитатели, которые потрудились, тут уже и комментировать нечего. Но добавлю, что труд ваш даже до конца не оценим, потому что всякий родитель скажет, что мы меньше всего проводим время с нашими детьми, и каждый родитель меньше научил своих детей, потому что основной труд ложился именно на воспитателей. Поэтому всякому родителю этот труд будет не хватать. И я думаю, что если мы помолимся и поможем в будущем вам, то вы сможете воспитать таких же замечательных людей. Единственное, что тут уже обращусь к родителям, чтобы они имели возможность служить, пожалуйста, не забывайте родить еще детей. Потому что садик никогда не должен пустовать. И вся красота этого мира наслаживается из тех кирпичей, которым каждый является один из нас. Вы в свое время принесли свет таких замечательных детей. Кто-то их воспитывает. Дальше они пойдут в школу. И вот этот замечательный круг, он такой должен длиться очень долго и долго.
И останемся в этом селе вместе, потому что еще очень много чего мы должны сделать. Все мы вместе – одна великая семья. Христос вознесся! Воистину вознесся! Спасибо всем вам. Спасибо. Добрый день, уважаемые воспитатели. Добрый день, уважаемые родители. Добрый день, уважаемые наши виновники торжества, наши выпускники. От имени Примарии, от имени Примарателла Копчак хочу вас поздравить с этим замечательным вашим торжественным днем. Вот и прошел еще один этап вашей жизни. Это прощание с детством. Прощание с детским садом. Вы прощаетесь с детским садом и приобретаете новый статус. Статус ученика. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения, усердия, учитесь, ведь учение – это все. Счастья вам, всего самого доброго, добрый путь и добрый час. Хочу выразить слова благодарности родителям и воспитателям, ведь только в таком тандеме можно увидеть вот такой прекрасный результат, вот таких прекрасных, умных наших детишек. И хочу вручить благодарственные письма воспитателям. Хочу зачитать слова, уважаемые наши воспитатели. Хотим выразить вам свою благодарность за ваш неоценимый труд и весомый вклад в развитие детей. Благодаря вам они растут любознательными, активными и смелыми. С вами им всегда интересно и весело. Спасибо за ваши старания, за ваш энтузиазм, за ваше упорство. Спасибо за преданность своей профессии, за вашу доброту души. Здоровья вам и всего самого доброго.